показываем, рассказываем про рабочий орган. Рабочий орган, значит, идет спереди у нас разрезной диск, который является еще и опорным. То есть, по сути, он делает направляющее отверстие в почве для того, чтобы потом стойка, которую мы видим дальше, попадала именно в эту строку. Дальше следующий. Идут раздвижные диски, которые не касаются земли, и они предназначены для раздвижения пружинных остатков, то есть для очистки полосы, для посева. Так, потом? Дальше идет стойка, которая состоит из долота, самой стойки, двух защитных счетчик и трубок для внесения жидких удобрений, которые регулируются по высоте, то есть по глубине заделки удобрений. И трубки для сухих удобрений тоже, которые регулируются. Аммиак можно вносить через трубку? Аммиак, да. То есть, какая-то трубки... из этих трубок, да? Да, будет? Да, любую из этих трубок можно. Можно использовать для внесения аммиака. Для внесения аммиака, да. Стойка работает на глубину до 35 сантиметров. Дальше идут формирующие диски, которые, грубо говоря, рыхлят, измельчают почву, которая идет после стойки и формирует ряд. И прикаточный каток. Прикаточный каток бывает разный. То есть есть такое исполнение. Давай мы его посмотрим, покажем. Есть исполнение резиновое, то есть для песчаных почв. Есть металлическое, вот, плоское. Вот этот каточек для песчаных и супесчаных почв может быть резиновый, да, обрезиненный. Может быть резиновый, да. Чтобы грязь не... Да. Также есть у нас еще сверху стоит защита от камней, то есть вот этот вот механизм называется защита от камней. То есть, ну, то есть он играет, да, когда на камень упирается? Здесь стоит, вот видите, срезной болт. Да, этот срезной болт убирается, и он просто там за счет пружин, то есть выходит, поднимается, когда, да, там какое-то препятствие в почве, и потом обратно под тягой пружин заходит обратно в почву секции. Все понятно. Его, чтобы купить, когда его нужно заказать и какой срок поставки? Срок поставки примерно там, 1.5-2 месяца, так как везется все это из США, морем, вот, поэтому 2 месяца. Два месяца. Все, спасибо.